Всем привет! Сегодня мы расскажем вам о приборе, с которым вы почувствуете себя настоящей рок-звездой. Пишите в комментариях ваши мысли об этом изобретении. И, конечно же, ставьте лайк, если вам понравилась эта идея. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новейшими технологиями и изобретениями. Канал Next Idea. Американская компания Zivix разработала весьма интересный музыкальный гаджет под названием Air Jams. Наверняка многие из нас хоть раз представляли себя в роли рок-звезды, играя на воображаемой гитаре или швабре. Мы воображали себе, будто выступаем перед многотысячной аудиторией вспотевших и кричащих фанатов, при том, что на деле это, скорее всего, выглядело как приступ эпилепсии. Канал Next Idea. Музыка часто влияет на наше внутреннее состояние и имеет свойство менять настроение. Этот браслет точно не даст вам скучать. Air Jams проигрывает звуки в такт движений вашей руки. В зависимости от настроек, при помощи Air Jams можно играть на воображаемой гитаре, барабанах, клавишных инструментах или даже управлять целым оркестром. Air Jams очень легко пользоваться. Он подключается к приложению на смартфоне, и все, что вам остается делать, это играть. Приложение позволяет выбрать понравившийся вам инструмент и создавать разные комбинации. Таким образом, несколько человек смогут запросто сколотить целую группу. Не исключено, что Air Jams вам настолько понравится, что вы действительно решите заняться музыкой профессионально. Браслет уже поступил в продажу, он доступен в нескольких цветовых решениях и стоит $60. Канал Next Idea. Пишите в комментариях ваши мысли об этом изобретении. И, конечно же, ставьте лайк, если вам понравилась эта идея. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новейшими технологиями и изобретениями. Канал Next Idea.